приобретение гусей за валюту Waves на внутренней бирже. Давайте попробуем это сделать. Возвращаемся в кошелек. В Waves кошельке есть удобные кнопочки «Отправить», «Вывести». Значит, депозит. Я хочу пополнить кошелек. $25 – это 25 Waves. Посмотрим на бирже, сколько это стоит. На сайте Bittrex я приобретал ранее. Давайте посмотрим. На сайте Tidex еще ни разу не приобретал. Waves торгуется по цене 42. Если брать биржу Bittrex, здесь написано 3.040. Собственно, здесь есть внутренняя биржа Waves. То есть внешние биржи, они уже не требуются для того, чтобы за биткоины приобрести Waves. Здесь цена даже дешевле, чем на бирже. Значит, будем пользоваться внутренней биржей. Пока покажу, как приобретать через Waves. Приобрести сами Waves можно либо на бирже, либо с карточки, либо за биткоины. Вот. Для того, чтобы не ждать, пока я перевел там со своего кошелька 50 Waves в кошельке, которые дают возможность приобрести гуся. Давайте посмотрим, как это делать. Нам нужно ввести название Машкина. Вот он даже в поиске подсказка. Есть токены Машкина, Машкина гусь, Машкина курица, Машкина утка, так, ну и так далее. И есть еще Машкина курица H. Это с яйцами. Курица с яйцами. А если посмотрите на сайте, да, вот здесь вот курица, мясо яичное, 2250. Это 150 яиц и курица. А если просто курица, то это 750 рублей.